Здравствуйте! Вы смотрите информационную телепрограмму «Новости района». О событиях прошедших дней расскажу вам я, Натуся Кучмезова, и мои коллеги. Сегодня с самого утра в районе состоялся Всероссийский экологический субботник под названием «Зеленая весна». Сотрудники администрации поселений и бюджетных сфер продолжили наводить чистоту и порядок на своих участках. В продолжении темы наш первый материал. Сегодня в нашем районе стартовала крупнейшая экологическая акция «Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна-2018». Несмотря на пасмурную погоду, люди вышли на субботник, тем самым показав свою сознательность и гражданскую позицию. С 9 часов утра работа уже кипела полным ходом. Грабли, веники, мешки с мусором и, конечно же, множество людей. Всего во Всероссийском субботнике по Кашхабурскому району приняло участие более 2000 человек. Это администрация района и сельских поселений, коллективы предприятий, организации, школ района, вся бюджетная сфера, жители. Мероприятие экологического субботника включало в себя уборку территории от мусора, побелка деревьев. Все эти виды работ прошли во всех сельских поселениях. Наиболее массово субботник прошел в Кашхабском поселении. Целая армия людей распределилась вдоль реки Лаба, порядком таки захламленного. Повсюду окурки, пластиковые бутылки, обертки и так далее. Да уж, наша культура отдыха оставляет желать лучшего. Игнатьевцы и бличепсинцы уделили особое внимание лесным насаждениям вдоль федеральных трасс. В момент нашего приезда работа кипела и в Майском сельском поселении. Во главе с руководителем администрации, сотрудники поселения, работники образовательных учреждений, культуры, медицинской сферы очищали центральную улицу поселка. Следует отметить, что в этот день была проделана большая работа. Практические мероприятия экологической направленности способствуют развитию экологической культуры и бережному отношению к природе, широкому распространению среди населения знаний об экологической безопасности и формированию социальной ответственности за состояние окружающей среды. Отрадно, что к субботнику все подошли не просто централизованно, объединив все имеющиеся силы. Такая сплоченность и преданность общему делу еще раз доказывает, что местному населению не безразлична судьба своего населенного пункта. О Великой Отечественной войне мы, нынешнее поколение, знаем из рассказов наших дедов и прадедов. В преддверии Дня Великой Победы мы встречаемся с ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими в нашем районе. Один из них – Личковаха Прокофий Ефимович. Война – самое страшное и жестокое слово. Война отбирает у человека все, что ему дорого, потому что угрожает самой жизни. О Великой Отечественной войне мы, нынешнее поколение, знаем из рассказов наших дедов и прадедов. В преддверии Дня Великой Победы наша съемочная группа встречается с ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими в нашем районе. К сожалению, с каждым годом их ряды редеют, и тех, кто одержал эту великую победу, боролся за мир на нашей земле, становится все меньше. Мы стараемся побеседовать с каждым из них, чтобы у нас, нынешней молодежи, в памяти остался их бесценный подвиг. Личковаха Прокофий Ефимович – один из тех, кто испытал все тяготы военных лет. Будучи совсем молодым, он ушел на войну. Прошел тяжелый путь, но вера в победу вселяла ему надежду. «Война – время серьезнейшей переоценки смысла жизни», – говорит он. «На войне начинаешь ценить каждую минуту». Прокофий Ефимович был ранен трижды. Он так и встретил Великую Победу в госпитале в Армении. Сегодня он живет в окружении своих детей, внуков и правнуков. Валентина, его дочь, живет с ним и говорит, что ветеран внушает им веру в жизнь. Сегодня односельчане вспоминают ветерана как хорошего, доброго, отзывчивого человека. Проработал он агрономом много лет и после ухода на пенсию продолжал работать. Мы склоняем голову перед нашими ветеранами, благодарим их за мир и спокойствие на нашей земле. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники местного самоуправления. В преддверии праздника наша съемочная группа встретилась с одним из самых опытных представителей этой сферы. Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправления.
или День работника муниципальной службы. Предназначение праздника состоит в донесении ценности деятельности данного государственного института. Основная работа этих людей заключается в решении множества проблем россиян и улучшении их уровня жизни. В преддверии этого праздника наша съемочная группа встретилась с одним из представителей местного самоуправления. Вот уже не один год Хазрет Газраевич Борцев занимает ответственный пост главы Кашхабского сельского поселения. Он весьма подробно рассказал нам о том, как начиналась его трудовая деятельность. Накануне Дня муниципального работника я хочу сказать, что свою профессию я связал с чиновничеством. Это было 2007 год. Я закончил Кубанский государственный аграрный университет, факультет механизации сельского хозяйства. По специальности я инженер-механик. Но прежняя моя работа, я заканчивал после 8 класса, поступил в Майкопский автотранспортный техникум. По профессии автомобилист, поэтому я заканчивал автомобильный техникум, затем заканчивал университет по специальности механизация сельского хозяйства. Чуть-чуть по-другому было, но это тоже, в принципе, связано с транспортом. Свою трудовую деятельность я начинал, конечно, по специальности Кашхабльское грузовое транспортное предприятие. Это было 1987 год. Вот в этом году я начал свою трудовую деятельность. После того я 7 лет отработал там. Меня назначили руководителем ЖКХ Кашхабльского района. Там проработал более 14,5 лет. Затем я был избран главой поселения Кашхабльского сельского поселения и в настоящее время работаю главой сельского поселения. Хазрет Борцев особенно отметил своих родителей и родственников, которые внесли большой вклад в его становление как личности. «Меня воспитали так, чтобы я любил окружающих меня людей», – говорит он. Почему я пришел на эту работу? Наверное, в детстве я, очень много принимал таких хороших людей. У нас дедушка был, который все время учил меня, готовил меня, к этому. И я с огромной благодарностью хочу ему выразить тоже огромное спасибо. Это, конечно, мои родители. Это, конечно, моя тетя. Они меня все воспитали так, чтобы я любил людей, который меня окружает, и всегда оценивал так, чтобы как к себе я должен относиться к любому человеку, который ко мне приходит. Большую часть своей жизни Хазрет Газраилович посвятил общению с людьми. Для чего создана муниципальная служба? По этому вопросу у него есть свое мнение. Мне пришлось всю жизнь, больше своей жизни поработать с людьми. И в ЖКХ, и здесь, на муниципальной службе, приходится много встречаться с людьми, которые имеют тяжелые жизненные ситуации. Это многодетные, это малоимущие люди, это люди, которые приходят сюда за помощью, и всегда выслушиваешь до конца этих людей, чтобы они были удовлетворены твоим ответом. Даже если ничего не сделать, то хотя бы выслушать их, поделиться их проблемами. И тогда эти люди уже как-то понимают, и они с удовольствием, с удовлетворением уже уходят от тебя. Не было такого, чтобы какой-то человек пришел и не приняли, или как-то вот плохо отнеслись к нему, такого никогда не было. Ведь муниципальная служба создана для того, чтобы люди, чиновники, которые находятся, которые работают на этой службе, относились или они были рабами этой службы, этих людей, для которых они служат. Это особая категория людей,
с которым мне приходится работать. Это мой коллектив, который меня поддерживает все время, который у нас одно направление, одна стратегия. Поэтому у нас, наверное, с людьми получается. Они уважают людей, которые к нам приходят. Мы уважаем тех, которые приходят. Я уважаю свой коллектив за то, что у нас такое вот конкретное взаимопонимание. Как и в любой работе, у нас тоже трудности бывают, но без них жить было бы неинтересно, говорит он. Большую благодарность глава поселения выразил руководству района и республики, которые всегда оказывают им всяческую поддержку. Трудности, конечно, она есть, это же муниципальная служба, тут очень много вопросов, которые мы должны решать, это те полномочия, которые нам делегированы, которые мы должны исполнять, оно не всегда совпадает с нашими возможностями, чтобы мы могли все полномочия решать прямо в нужное время и чтобы качественно это было сделано. Это, конечно, финансы, но мы стараемся, чтобы много вопросов, которые есть, которые можно и решить без финансов, а есть, которые должны решаться только через финансовые вопросы. Конечно, это и руководство района в этом направлении помогает, и руководство республики в этом направлении помогает. Хочется сказать, что в этом году руководство республики Адыгея, лично главу республики Кумбилова Мурата Кальбековича, было выделено 5 миллионов рублей на наше благоустройство. В этом году мы собираемся на территории парка эти 5 миллионов освоить. То есть будет красиво, еще краше. А трудности, которые есть, мы, конечно, преодолеваем вместе с моим коллективом. Без трудностей, конечно, не бывает, оно всегда присутствует, но без трудностей, как говорится, и жить было бы неинтересно. В беседе с нами Хазрет Борсов отметил свой коллектив. Вот уже несколько лет они помогают ему в решении насущных проблем. Есть и те, кто сейчас находится на заслуженном отдыхе. Но несомненно то, что все они внесли свой вклад в развитие нашего сельского поселения. Хочу, конечно, самое дорогое, самое, что есть, наилучшее, что у нас есть, это наши люди, с которыми мы живем, с которыми каждый день встречаемся, уважаем, здороваемся, улыбаемся. Вот эти люди самые лучшие у нас, наверное, в республике, да, наверное, во всем мире. Поэтому накануне такого праздника, наверное, не зря этот праздник сделали для того, чтобы самый молодой праздник, наверное, среди всех праздников, которые у нас есть, этот праздник отмечают. Я хочу в канун этого праздника поздравить всех своих коллег с наступающим таким красивым праздником, пожелать им всем удачи, благополучия, чтобы они могли от этой работы получать очень много удовольствий и долго-долго еще работать. Все профессии важны, в особенности касающиеся самоуправления государства. В День органов местного самоуправления мы поздравляем этих специалистов с профессиональным праздником. Желаем успехов в работе и личного счастья. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашхабского района. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Приятных вам выходных.